Так, всем привет! У нас тут в Альберт-Хайне акция была. На каждые 10 евро покупок получали мы вот такие коробочки. Вот они были вот так вот внутри. Такой посадочный материал. Вот такой посадочный материал. И вот такую я купила еще, такую они же продавали за 1,5 евро. Как это называется? Ну, такую доску, куда можно это все поставить. И вот здесь даже написано, вот здесь тайм, здесь лесная земляника. И вот у нас, вот что у нас здесь есть. В каждой коробочке вот есть вот это как раз лесная земляника. Вот это вот лесная земляника. Здесь такие таблеточки. И вот... А где семена? Мушмели, мама. А, и вот здесь вот это вот таблетка земля, которую нужно распустить в воде. А вот это вот написано, что это... Нивелис. Вот здесь написано босарбая. Это лесная земляника, лесная клубника, то есть земляника. И вот в этом же, вот в этом, в этой бумажечке эти семена. Вот мы сейчас с Алисией вот открываем эту коробочку и читаем, что здесь нужно сделать. Вымыть руки, сделали мы. Вытащить таблетку. Вытащить таблетку земли и взять 50 миллилитров чистой воды. Налить это, вот мы положим в такую крышечку, например, положим эту таблеточку земляную и нальем 50 миллилитров воды. Ой. И подождать, ничего страшного, и подождать, пока она впитает эту всю воду. Наверное, все-таки лучше, если мы это сделаем в баночке. И она должна, вот сразу мы сделаем еще одну таблеточку. Посмотрите, как она быстро разбухает, эта таблеточка. Она растет буквально. Читаем дальше. Fullhead почем это арде, тот half in centimeter under the rand. То есть заполните этот горшочек. Вот, о, посмотрите, какая она, посмотрите. Вот она какая. Вот какая она была маленькая, да? Очень большая, вот. И маленькая была. Да. А стала, посмотрите, какая, как она растет, как она впитывает эту водичку, да? Вот. Очень большой. Очень большая. Да. Он вот такой был, ну и вот такой. Да. Да. И теперь нам надо, значит, что мы сделаем? Землю, а потом лехет зад матча, то есть вот это вот. Зад матча, семенной такой мат. Об де арде ин похи. Об де арде, на землю, в этот горшочек. Хадзад матча. Я. О, вот, в общем, так это работает. Вот смотрите, теперь, как же это удобнее сделать. Нет, я не думаю. Да. Но нам не нужно очень много. Я думаю, что будет удобно это сделать вот так. Оп, надавила, перевернула. Подождите. Вот. Алисия, да. Алисия говорит, вот даже слишком много для этого горшочка. Но ее нужно прижать.
то по-русски говори. Не могу, я покажу. Может, Алисия. Алисия может хорошо говорить по-русски, но ей, конечно, проще говорить по-нидерландски. Дырочка, но ты не нужна никакая хат. Дырочку не надо. И вот сейчас мы ложим. Запись. И сейчас ложим мы вот это матчи. Я думаю, может еще все-таки водички немножечко. Это суховато. И вот, вот этот вот, вот эта бумажка, она сама растворится. И эти, ой, и будут там эти семена. Вот так это вот для деток придумали. Я сейчас ей показываю. Нужно прижать. И вот поставим мы вот, вот такую. Эшму сейчас облушу. Нет, сразу можно поставить. Noch nicht, kijk, ich war vielleicht. Lekker schaap, maak je met aarde. Overhouden, nou, ну-ка, подожди. Leg de zaadmatje op de aarde in het potje. Het zaadmatje los, ну. Потом, bedek de zaadmatje. Да, правильно. Нужно немножечко было оставить земли. Они написали это позже, чтобы мы оставили. Так, теперь ложим мы. Это матчи. И теперь засыпаем землей сверху. Да, но это было написано позже. Позже там написано, что может быть земли больше, чем нужно. Вот. Так мы... Кляньбэйчи дуэк. Все, и теперь мы можем поставить свою бирочку, этикетку. Что у нас здесь будет? Напишем мы потом. Это был пример. Вот это вот был пример. Вот у нас получилось. И вот здесь мы напишем дату, когда мы посадили. Пойди возьми ручечку. Ручку возьми. Вот так. Вот так мы сделаем все это с остальными. Тут, где у нас пустые остались, это мы еще не получили. В смысле, не попались нам еще. Вот сегодня я поеду делать покупки продуктов. И, может быть, опять получу такие коробочки. Может быть, повезет. Вот у нас еще пустая руккола, брокколи, черри, помидорчики, черри, кучерявая петрушка, тайм. Это, и что у нас еще? И кропсла, листья салата. Ну вот. Я вам покажу позже, когда мы заполним все эти горшочки. И потом мы сделаем обязательно видео, когда в этих горшочках что-то появится. Ну все. Пока-пока. Пока-пока. И до следующего раза. Всем привет. Сейчас Алисия вам покажет, она будет садить семена для рассады. У нас вот следующая коробочка, ты эту хочешь? Андафи. Hallo allemaal. Ik ga laten zien hoe je hier die dingetjes plant. En ik heb hier andijvie. Zaadjes. Ja, die zaadjes. Dit is andijvie. En hier heb ik een paar plantenpotjes. Voorzichtig. Ja. Een paar plantenpotjes. Die zien er dan zo uit. А что это за потча? Земляника. Скажи, земляника. Земляника. Землянику мы уже посадили. И что мы еще посадили? Бишлок. И две коробочки без лука мы посадили. Да, сейчас Алисия будет андайфи садить. Я хочу андайфи планты. Ну, если они сидят в доске, в таком доске они были вставлены. En als je dat doosje openmaakt, dan krijg je zo'n ding. Instructie. Ja, de instructies.
Да. Инструкция, я сказала. Okay. Ну, tell me with marker. Да, Алиса уже это прочитала. Сейчас читать не надо. Она теперь будет показывать, как это делать. Да, okay. Начинай. Okay. Эту этикеточку мы уберем. Eerst moet je dit, eerst moet je dit naamkaartje eruit halen. Oké. Hou het tablet. Zo, je moet dit tablet, het aardetablet, moet je ergens op een schaaltje neerleggen. Ik leg hem hier zo neer. Dan giet je er ongeveer 50 centiliter of 1 milliliter. Ja, 50 milliliter water. Water giet je erin. Gewoon een kraanwater. Ja, nu is hij nog zo dun, maar straks wordt hij zo groot. Nou, nu komt er zo even water in. Ja, verder. Ну, Алисия. Да, вот таблетка растет, да? Нет, drying я мадгар. Да? Мы можем, чтобы она быстрее набрала воду, да? Omdat hij dan wat sneller groeit, omdat hij daar is hij niet droog en dan zeegt hij wat sneller weer water op. Вытаскиваем матча. В этой бумажечке такой вот мат, семена. Вот. Нет, здесь видно. Вот что семена. Здесь написано какие. Вот амдайфии. And this is dus een matje. En dat moet je er daarna opleggen. En hier zitten pitjes in en dat lost vanzelf op. Dat moet je onder de aarde leggen straks. Dus je moet een beetje aarde overhouden. Hier staat dat het амдайфия is. Уже мы это говорили. Алисия говорит, что нам нужно сейчас не всю землю положить, немножечко нужно оставить для того, чтобы покрыть потом это матчи семенами. Нет, еще немножко подождем. Нет, мы соберем. Давай, набирай. Так. Да, надо немножечко земли оставить. Moet een beetje aarde overlaten, dus een beetje eruit. Чтобы пол сантиметра. Je moet er nog weer wat in kunnen. От краев было пол или один сантиметр. Dus вот мы ее. Давай, делаем. Moet je weer wat in. Dan heb je zo het potje. En dan leg je het tablet erop. Да, ну это. Подожди, подожди. Вытащи. Немножко больше. Ты не надавила землю. Ietsjes, en dan we hebben nog een beetje weinig aarde erin, dus we doen ietsjes meer. Moet stampen. Moet aandrukken, goed. Goed aandrukken. Ja. Goed aandrukken. Nou, nu is hij goed aangedrukt. Nu pakken we het tabletje erbij. Met de zaadjes. Matje. Het matje. Andersom. En dat leggen we erin. Ook een beetje drukken. Ja, die moet je ook goed aandrukken. Ja, een nieuw rest van aarde dan. Ja. En nu doe je de rest van de aarde leg je eroverheen. Maar niet te hard drukken. Maar een klein beetje drukken. Niet klein beetje, maar goed drukken dat aarde. Nee, niet goed. Ja, klein wel. Beetje. Nee, het staat niet aan. Алиса. Всегда садить нужно так. Вот, она знает лучше, говорит. Dat is de eerste keer dat Alicia zei dit, toch? Ja, maar ik lees het. Maar ze weet toch beter, vindt ze. Она первый раз садит, но она считает, что она знает лучше. Немножечко придавить пальчиком, придави. Beetje aandrukken, maar niet te да, veel. Да, чтобы она не пушистая была. Maar niet te veel aandrukken, да. Want anders. Все, это ты уже говорила, ставь. En nu pak je. Лейблчи. Nu pak je het labeltje. Теперь она берет этикеточку. Поставь сначала. На этикетке вы можете подписать, когда мы потом это сделаем, когда посадили семена. Yeah. Ставь. Hier kan je dus allemaal neerzetten wanneer die gezaaid is. En nu zetten we hem erin. Так вы знаете, что у вас там посажено и когда оно посажено. Ну все. Дальше Алисия будет делать. Все, не надо это перед камерой руки трясти. Говори. Ты, я ben nu klaar. Руки убери. Нам. Дальше она будет делать все то же самое с остальными горшочками. Ну все, пока. Мы покажем, что у нас получилось попозже.